Всем привет, ребят! Мы опять на нашем аккаунте. У вас сегодня второй видосик. Я решил немножко по-другому все сделать. Думаю, вам тоже будет интересно. Думаю, это будет что-то новое. В общем, мы будем этот аккаунт качать, не знаю, сколько там дней, и он будет разыгран. Мы будем каждый день, я буду каждое утро записывать видос, то есть я не буду сам решать, выбирать, будете вы выбирать, какие паки ему да покупать, то есть у вас с утра будет видосик, и вы в комментах будете писать, как и что брать, потому что есть вот такие вот нюансы. Вот смотрите, за пятерку сегодня дают вот такие вот призы, плюс здесь есть за десятку, допустим, сундуки, да, есть также вот мелкие эти. Как я и сказал, он будет максимальный его лимит, десятка в сутки. Если будет такое, что там не будет ничего интересного, либо оно нам не надо будет, мы перенесем эту десятку на следующий день, возможно, там что-то будет получше. То есть там уже будет 20, но мы не будем с этим затягивать. Так. Вот видите, за десятку есть вот такие вот плюшки, значки почета, кулачки для прокачки. То есть разные вариации есть, поэтому я вам буду с утра записывать видосы, говорить, это первое, это второе, это третье. Вы уже в комментах будете определяться, потому что по сути кто-то из вас потом этот аккаунт выиграет. Так, плюс каждый видос этого аккаунта, даже предыдущий, который вы сегодня увидели первым, начиная с него по этот, вы пишите коммент, как обычно делаете. Он участвовать будет и в еженедельном, и отдельно на розыгрыш этого. То есть и там видос, то есть участвует, вы можете участвовать в еженедельке. Соответственно, если вы репостите этот видос, ну, делаете все как всегда, вы можете там в еженедельке выиграть. Потом можете выиграть еще этот аккаунт. То есть среди этих видосов я потом в итоге, там через определенное время, выберу просто человека рандомно, опять же, который заберет этот аккаунт. То есть все, что вам надо сделать, это лайк поставить, репост и написать в комментах там выбор какой по данным видосам, сразу же что вы считаете нужным и как с вами связаться, написать данные. В общем, ничего сложного, смотрите конкурсы, там все в принципе предельно ясно есть. У вас должны быть открыта подписка на мой канал, видосики, которые вы там репостите, лайкаете в YouTube, у вас сразу же видео, которые вам понравились, плейлист есть. Так, окей, что у нас сегодня интересного по данному аккаунту? Что у нас есть, я уже показал. Но этот пак смысла нету сейчас брать. Я думал его взять, но я хочу пособирать изначально сейчас героя. Для этого мне надо... Скорее всего, мы заберем Анубиса и Стрелка. Что у нас есть в алтаре по героям уже? В принципе, неплохо. И дополнительно у нас останется пятерочка. Пятерочка останется, да? Можно было бы, конечно, паролить, но это бессмысленно, как по мне. Можно забрать вот такие вот ресурсы для прокачки в дальнейшем. Плюс поднимать скиллы. В общем, я думаю, сделать так. Брать там, допустим, двадцатка. Вот видите, если бы пропустили, допустим, завтра, мы бы забрали уже половину огника. То есть варианты, вы пишите, что вы думаете, а я уже буду определяться вечером. То есть с утра я вам постараюсь видос записать, а с вечера вы уже, я уже точнее заберу это все. То есть своего рода такая у нас будет связь с вами. То есть вы определяете судьбу этого аккаунта. Не я качаю, как я хочу, а определяете вы, кто-то из вас потом его получит. Так, окей. Значит, забираем. Так, грузись, админ панелька. Название я еще не знаю, думаю, как его назвать. Так. Читайте, плюс 2 новых имбы на аккаунте у нас появилось.
Так, раз. Можно было бы, в принципе, пятерку и на завтра оставить. Может, завтра что-то интересное будет. Кто его знает. Так, окей. Окей, окей, окей. Поехали. В общем, так по чуть-чуть будем его качать. Пишите, что вы хотите нам увидеть. Прохождение, там, не знаю, еще что-то. Прокачку потом максимальную сделать за раз. Вот так вот, ребятушки. Плюс одна имба, и у нас не хватает места на складе. Так, места на складе у нас не хватает. У нас не хватает кгшек. Это жесть. Открываем. Открываем ништяки. Осколки открыли. Так, дособирали. Давайте сразу же откроем все лишнее, чтобы оно нам не мешало. Откроем, в принципе, не мешает нам. Так. Плюс Анубис у нас на аккаунте есть и Стрелок. И это все 20 пока. Но это смешно, конечно, если сравнивать с моим основным аккаунтом, с русским сервером. Там многие просто в шоке с того, что они видят. Так, отлично. Дозабираем скины, дозабираем плюшки. Итого у нас появились кгшки. Ну, кгшки мы сейчас сольем, докачаем скины на героев. Так, есть на Трифида скин качаем. Да запарили вы с этим названием. Придумаю я вам название. Так, Стрелок. Облик. Нормально тогда, сразу героя. Ладно, будем мучиться. Максимальный скин Стрелка уже есть. Сейчас будет у нас максимальный скин на Анубиса. Есть. Вольтик. Вольт у нас что получается? Не, вольт тоже у нас максимальный будет уже. Отлично. В общем, все, что от вас надо, я вам сказал. Пишите комменты, будьте активными, и кто-то из вас по-любому получит этот аккаунт потом. Так. Окей, 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 окей. С этим разобрались, еще кого-то питомца получили. Еще никого не качали, а силушка уже 1000. Так, окей, отлично. Юзаем сразу же вот это все дело. Вот это все дело. Нормальный, да, начальный аккаунт? Так, кого качнем? Вольту качнем, давайте скилл. Десятку сделали, и Анубису десятку, в принципе, можно сделать. Но не хватит нам, наверное, на максималку девятка. Ну, я думаю, в дальнейшем, опять же, будет куча плюх. А сила у нас, как видите, не поменялась, потому что они все первого левела. Так. Побежали по акциям, еще посмотрим, что там у нас коллекционер. Циклоп. Можно, в принципе, попробовать его словить. Отсюда мы его вряд ли словим, только так ловить его. Просто изи, ребят. За 450. Да забираем. Супер, да? Вот почему на русском такого нету?
Так, докачиваем Анубиса. Пишите, что вы думаете, пишите то, что я буду вам говорить с утра, ответы давайте и будем прокачивать. Так, ну, я думаю, Лугича, наверное, следующим качнем. Сразу считайте, плюс три десятки сделали. Раз, два, и будешь практически тоже третий. Так, хорошо. Дискаунт, поехали посмотрим, что там у нас. Дискаунт, ничего нам не дали. Кстати, наверное, не дали из-за того, что мы там вряд ли что-то и выиграем. Сейчас я гляну. Бывает такое, что берешь, а потом попытки-то начисляются отдельно. Ну, хотя вряд ли. Скорее всего, что нет. Так. Смотрим, что у нас. Spring Gift. Понятно, Dragon Warps. Нам тут ничего не светит. Ну, давайте в Баназу хоть посмотрим. Может, тут что-то выиграем. Интересное. А может и нет. Вряд ли. Понятно все. Ну, в общем, эти акции нам не светят однозначно. Хотя они нафиг не нужны, по сути. Land for Prizes. Размечтались, ребят. Так, хорошо, забираем плюшки. Я не знаю, стоит ли его качать, либо потом хозяин будет сам качать, либо прокачивать его. Пишите в комментах, что вы думаете. Так. Мы тут пропустили. Один день. Ладно, так уж и быть, заберем. Так, отлично. Забираем следующие награды. По чуть-чуть движемся к шапке. Еще она будет не скоро. Так, с этим мы определились. Так, в принципе, можно и рыцаря открыть. Сразу же в алтарь. Вот такой вот, ребятушки, у нас уже алтарь. Уже поярче, покруче. Плюс два топовых героя. Это Анубис и Стрелок. Сразу же максимальные прокачки скинов. То есть тут уже, по сути, надо только Атлантик поставить, прокачать и... Они будут тащить. В общем, вот так вот. Сегодня будет второй день. Завтра с утра ждите третий. И так и дальше будем двигаться. Пишите комменты. И, возможно, вы его получите. Все. Всем удачи. Всем пока.